притемной ночи. Ой, тихо, хладно мое. Мы на работе дояркими были. Вот ожидаем коров и пели. Ездили каждый день. На сенокос ездили. На сенокос сен убирали, стаговали солому и с песнями. А потом уж, в каком же году-то, да давно, уж, наверное, больше 20 лет. Моя дочь, она работала в ДК, и вот пришла и говорит: мам, а что если вот организовать ваше это? Ну, коллектив. Коллектив, да. Организовать, я говорю, что же, можно. Ну вот. Приехал к подружкам на Ветити пообщаться, а житье бытие свое. А в Сенька Ляда надо играть, да? Да, да. Надо ходить подольше, чтобы наши суставы не болели. Вот. А они все болять и болять. Разминаться, надо вот ходить да. И ходить. Вот так вот. Торфрыт. Сушить. Резать. Ну иди давай, вот. Мы тебе будем убирать. Ну, сейчас оденусь уж тогда, наверное. Да. Подвяжешь тогда. Погляди, погляди. Погляди. Ой, вот они награды. Молчи сколько. Она ем вот этот цветочек, что это? Ну ладно. Красивый. Нам теперь красивый. Замуж не выходить. Красивый, красивый. Ну может сядешь? Стоять, как тебе? Да, да, надо было укрепить немножко. Да. А то сиди да лежи. Ну, плясать что сейчас будешь? А? Плясать что ли будешь? Ой, лишь бы гармошка заиграла. Сейчас бы Николай Иванович. Вот Бен стоит. Да Бен-то играть некому. Ждем коров. Придем на работу. Коров еще нет, не пригнали. Мы песни играли. Молодые, вот моя сестра, она же рыли окопы. Печень, вот что от моего отца, от Кубышки прям крюх передал этому Ленин отцу Никиту. А на второй день Никит пошел, тоже спот прям. Крюки бросили с плечей. Крюками тогда тащили, крюками. Сейчас ну, копаем. Ну, хлеб убирали. А тогда крюки. Ой, ну давай, запивай, Антонина Васильевна. Шли два героя с германского боя, с германского боя домой. Шли два героя с германского боя, с германского. Наступили на рост.
прекрасных фондов нашего музея находятся три полотна заслуженного художника России Агеева Виктора Викторовича. Это портреты наших замечательных женщин, которые организовали в свое время женский вокальный коллектив «Купалочка». Вы только посмотрите, какое замечательное название. А все потому, что родом они из села Купальское Сапожковского района. Эти люди, эти женщины, этот коллектив – наше достояние, потому что своим творчеством замечательным они сохраняют всю ту подлинность, самобытность русской песни. Ведь раньше, как говорили, песни не поют, а играют. «Ну, заиграй», – говорила женщина и начинала петь. И вот на наших концертах, на всех концертах, которые происходят в Сапожке, украшением наших концертов является присутствие выступления женского вокального коллектива «Купалочка». 800 лет еще ли было, мы по всей Рязань-то ходили. Они 903. Да, ну, это мы там, сколько да. прошли-то, ой. По всей Рязани. Думали, к концу крайнего. Всю Рязань прошли. Это моей матери. Это сама расшивала. Да. Но я три таких запон расшила, но они у меня... Один продала, приехали костюмы, один костюм продала. Бордовой, а эти у меня у дочери. Я внучки расшивала и дочери. Для чего ж родила меня мать? Для того, песни все грустные. Веселых не было. Да. Без музыки. Все песни без музыки. Или, да. Потом на своем языке. Языком и руками. Воспринимали и есть песни вот такие, молодежь, «Рябин кудрявая», там и «Господи, и Калинка-малинка», все как-то, мотив какой песни-то, да. А они вот наш мотив никак, не могут. Никак не сможет, и вот ее да, дочь, и моя дочь, и вот сидит сын, мы не понимаем. Ну, мы понимали. От своих родителей. От своих родителей мы сестра старшая.
они востребованы. Я другое слово употреблю, можно? Они не раскручены, они востребованы. Как бы ни складывалась наша концертная деятельность в Сапожке или какие-то праздничные программы в музее, мы тем не менее, когда выстраиваем сценарии и чувствуем, чего-то не хватает, чего-то, ну не то что изюма, а чего-то настоящего, базисного, базы, фундамента. И вот как раз этим скрепляющим моментом является творчество женского вокального коллектива «Купалочка» и их присутствие на каждом нашем празднике. Помоложе были нам, хотелось бы на минуту, Славу, поехать. Если бы это мы раньше бы этим занялись, вот нас Мария Ивановна... Ну, если бы минут Славы она вперед бы организовали, минут Славы, а то уж поздно, мы вот старые и поздно, стали. Да, вот в том и дело-то. Мы бы там побороли, мы первенство вот заняли, как эти вот бабушки. Бурацкие. Конечно, есть это зависть, да. Мы думаем, у нас талант больше был бы. Ну, они по-своему, они на своих языках указывают. Ну, наши костюмы лучше. При темной ночи, ой, тихо хладная, без крыла.